спальный район, который, как ты его назвал? Компот, да, компот. Вишнёвая, там несколько. Вишнёвая, Айвова, еще какие-то берега, которые называются либо по названию фруктов, либо по названию ягод. Ехала. Я там много фотографий еще понаделала. Сейчас у меня по правой стороне, ой, по левой стороне были эти холмы, какие-то красивые деревья там. Я сначала подумала, что это персики, написано было персики. Я думала, персиковые деревья растут, ага. Нам просто продают, а на самом деле там яблони. Ну, тоже прикольно было подумать. Вообще, я... Я посмотрю это видео, и там через сколько-то лет, и капец, как я разговариваю. Буду разговаривать лучше. Так вот. Да, 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 дальше. Короче, мы сейчас с Олей идем в бар. А вообще... Что я не писала еще? Про свои впечатления. Блин, их надо реально по факту, иначе я просто их не запоминаю. А, вот мы уже приехали. Все, мы пришли. Сейчас будем сидеть в таком бар. Бар прямо на набережной. Не рыбу ловим? Могу сидеть. Да, походу рыбу. Ну, море же. Люди есть хотят? Но не здесь же. Смотри, людей мы там ловим. Наверное, они здесь. Так вот, переправились мы через переправу, все вроде нормально, замечательно. Ничего такого сверхъестественного. А, да переправы еще Тисдар был. Это капец, просто там грязь. Эти грязи, которые у меня просто все заморалось, все серебро, которое там долго ощущалось. Но это все фигня, я даже сейчас не вспомню на самом деле. Свои какие-то такие впечатления вечером. Надо записывать днем. Да. Наверное, так и сделала. Завтра мы поедем в Симферополь. Севастополь. Севастополь. Мы поедем в Севастополь. Я постоянно их путаю, как бы. Да. По названию. И там, наверное, вот всеобщее впечатление соберу. И буду записывать. Что вот так вообще неинтересно. Ну, зато записала, чем я занимаюсь сейчас. Ладно, потом.